на выставке охоты и рыбалки. Я рад вам представить. Помнишь, хотел поговорить? Олега Помпу, как классно было. Сына и ученика великого мастера Игоря Ильича Помпухи. Вот. И что приятно, мы здесь первый раз видим на видео, мы здесь видим те же знакомые формы 0,7 ножа и других ножей, да, но которые уже ученик как бы, и мастер. Олег, пожалуйста, расскажите нам о ваших ножах. Собственно, если коротко, то взял самые популярные, основные модели, это наш 0,07, ну, пока вот 0,72. И использую для клинков наши отечественные моностали. Это 95 К18 и К12М. Так сказать, под чутким руководством отца стараюсь, так сказать, поддерживать качество на должном уровне. Стали отличные, дают твердость порядка 60 единиц. И та, и другая сталь. Ну, 95 К18, конечно, идет трудоустойчивость получше, но К12 исправляется. То есть, как я вижу, по форме это тот же самый ручник. Да, да, я смотрю, то же самое практически. Да. Здесь та же форма рукояти. Здесь это как у нас налаженное производство, то здесь я делаю фактически клинок. То есть вы тоже выступаете. То есть именно вы тоже именно крылец. Да, сейчас да, производит да. Один. Ну, как? Ну, то есть дорога и отца. Да, да, да. Буквально с Мстиславом, то есть дорога и отца и начали вот такие. Да. Ну, я думаю, что вы скромничаете, Олег, но он впереди все написал, все впереди. Во всяком случае, начало положено очень хорошее. Спасибо за ваши ножи. Я думаю, что их ждет успех.